Пошли. Так, сейчас проверю, камера закрыта, закрыта. Ай, какая вода! Обалдеть, какая скала! Ух! Ух! Прозрачно! Ой, как классно! Ой! Я далеко не заплываю. Могут быть акулы! Могут! И по мордам, и по морделям не дают. Ага, давай. Давай. А вода, наверное, градусов 27 градусов. А, тепло! Тихо, не роняйся, не выронивайся. Не падай. Хочу сказать, не падай. Вода прозрачная, просто. Просто, вон мои ноги видны. Супер. А теплая какая, господи. Боже. О, господи, боже, какая красота. Ой. Короче, мы за несколько дней с Наташей облазили, не все, конечно, какую-то маленькую часть водоемов, маленькую часть этих природных источников натуральных. Сегодня и вчера океаны со всех сторон. У меня там кое-где не получилось снять. Думала, снимаю, оказывается, нажала кнопочку, не снимала. Да бог с ним. Зато получился бассейн сегодня у Лены в комьюнити. Ой! Соленая вода, быстро туда! Ой, как хорошо! Боже, купаться! Это просто сказка! Это просто сказка, по-другому не скажешь! Ай, какой кайф! Можно часами смотреть на огонь. Так, ну что, в ресторан не пойдем. Мы наеты-объеты. Temple Orange. Temple Orange. No, hi. Пошли на улицу. Опа. Спросила, оказывается, этот отель называется, этот резорт называется Оу. Оу. Это французское какое-то имя. Фу, имя. Это французское какое-то слово Оу. Она говорит, like a water. Оу. Я говорю, так написано. Оу. И с чем-то, кто-то с чем-то. Посмотри, баланчики. Ой, я рассказываю, как я в Индии фотографирую. Прям настоящие? Да. Я не очень вкусная. Настоящие. Маленькие. У меня растут такие маленькие. Я 30 дней фотографировала. Только... я думала, они растут прямо на этом. Нет, нет. Они в таких цветочках. Я вам рассказываю, как я их фотографировала. Угу. И вот они, банантики маленькие, зелененькие. Не дали им вырасти. Не дали вырасти. Ой, как хорошо. Это белые листочки, да? Белые листочки зеленым. Да. Давайте. Hello. А, там спа. Девчонок потеряла своих. Зелененький свет горит, значит, можно ехать по разводному мосту. Тихонечко. Не хотите в красивый ресторан зайти посмотреть? Я с удовольствием, как вы хотите, мне все равно. Ну, давайте сюда, на секундочку. Куда? Сейчас, прямо. Ага. А там что? Ну, там очень красиво. И что, а танцы, вот манцы, зажиманцы? Ну... Вот этот? Да.
танцы, музыка, что там? Сейчас посмотрим. Танцы, музыка, это вот чуть-чуть подальше. Wallet parking. Wallet only. Это только wallet. Ну тогда уезжай отсюда. А чем он интересен, скажи? А там безумно красиво, там входишь, и вообще такой вид. И... Осторожно, дяденьки. Тетеньки, дяденьки. Дети? А. Там, я там выйду, uh-huh. Нет, не выйду. Ну и ладно. Такая старинная машинка, это она просто стоит для завлекалочки. И вот она, громадная акула. Девчонки мои пошли в ресторан. Я говорю, сходите, сделайте там пару фоток. Я-то этих ресторанов уже видела, перевидела. Говорю, пусть Наташа посмотрит. Потому что валит паркинг, парковаться это $20-30. Сейчас нас возьмут, а мы там все равно есть, мы не будем. Мы сегодня наеты, танцев там нет, что там девчонкам делать. Да уже вот 9:30 уже, если честно, немножко уже ехали домой. Уже хочется домой, уже хочется немножко отдохнуть. Завтра мы встанем пораньше с Наташей. Часов, наверное, в 7 мы встанем и поедем на Орландо. Я говорю, давай пораньше, потому что нам надо заехать на несколько пляжей. Хочется же ей все показать. Собственно, я была везде, я уже много что видела. И мне хочется с ней поделиться.